Алло, это муниципальная полиция. Напоминаем, что вы должны немедленно эвакуироваться. Да, мы в курсе. Как идет эвакуация? Спокойно, без лишнего шума. Все не так уж страшно, как будто в отпуск собрались. Что вы можете сказать о продвижении огня за последние сутки? Огонь распространяется с невероятной скоростью. Черт. Не поддавайся панике. Они же не бросят сотни людей посреди леса. Значит, опасности нет. Времени совсем мало, сын. Пробирайся через лес. Эй! Папа, я заблудился. Власть огня. Я уже ничего не чувствую.